Thank you.
Отдай его нам! Отдай! Сюда! Скорее, сюда! С вами повоюем. Ага. Откатываются. Так. И ветер мне помог. Ничего-ничего, товарищ Атаев. Пустяки. Заживет. Теперь больше сюда не сунуться. Отбой! Все уже. Не плачь, Настя. На вот, смотри. С музыкой. О. Когда на фронте боротались, один мадьяр подарил. Спас мне жизнь. Хочешь мне, брат? Рено, Рено, поди к сюда. О, как много. Ну, чем не боец? Боец, настоящий боец. Будем бить Шерхана, воробушек. Тут ребенка пугаешь, робот. Не бойся, ворон. Шерхан! Не бойся. Нет Шерхана. На.
Иди еще принеси, много принеси. Ступай. Что нам делать с этим воробушком, Рогов? Может, плачет кто по ней? Может, родные остались? Какие там родные, Корниенко? Курбаши Шерхан живых не оставляет. За неделю кто-нибудь объявился бы. Ну что ж, пусть живет при отряде. Точка. Зачислим на все виды довольствия. А девчонку Шерхан крепко напугал. В штабе был разговор. Шерхан банду свою давно бросил и скрылся в неизвестном, так сказать, направлении. Интересно, где теперь Шерхан собака бродит. Курбаши Шерхан? Курбаши Шерхан? Нас мало осталось. Что делать? Помогите. Друг. Болтливый друг. Хуже молчаливого врага. Надо. Зачем ты ходишь здесь? Кто стрелял? Рано, чего ты испугалась, девочка? Воробушка, я с тобой, Даньяр. Я, Даньяр. Вы стреляли? Раненый. Мучился очень, просил пристрелить. Жалко стало. Добивать раненых преступлений. Ступайте к командиру, сдайте оружие, доложите, что арестованы. А что, товарищ Никитин, думаешь, примутся? Обязательно. Почва здесь прекрасная. Дай ты этой земле только воду. А откуда ты возьмешь эту воду? Вон на горах ледники без дела пропадают. А бы эту воду. Все расцветет. Ни черта здесь не вырастет, Никитин. Недаром назвали шахричан город пыли. Вырастет. Поспорим? По рукам! Точка! Проспоришь. Песку здесь только полметра, а под ним плодороднейшая почва. Рогов, командуй. Товарищи,
сюда, в пограничные пески, пришел наш отряд военных топографов, чтобы нанести на карту неосвоенный еще кусок советской земли. Отряд встретился с бандой, и нам выпала честь землю нашу защищать. Какая бы ни была наша земля, товарищи, горная скала, песок пустыни, северный вековой лед или плодородная почва Украины, мы нашей земли, нашей советской земли, никому не отдадим. Банда разбита. В боях мы потеряли наших товарищей, наших друзей. Тяжело нам уходить без них. Вырастут эти ветви на братской могиле, покроются листвой и сохранят светлую память о бойцах, павших за дело коммунизма. Прощайте, товарищи. Все будет идти своим чередом. Жизнь приведет. Встретимся. Вспомним боевую дружбу. А жизнь какая будет? Ура! Направо! Алло! Алло! Итак? Продолжаем. На праздник рекордного урожая, выросшего в пустыне, съезжаются гости-знатные люди республики. Точка. По всем дорогам мчатся всадники, автобусы, грузовики. Гости спешат на праздник. Сейчас ваш корреспондент находится на аэродроме Нового Шахричанга. Ожидается самолет, на котором прилетит профессор Никитин, участник шахричанского боя и автор проекта ирригации Нового Шахричанга.
Простите, бегу. Самолет снижается. Дочка. Строили канал, я целыми неделями жил в новом Шахричанке. А вот здесь побывать не удалось. Ну, а вы чего нос повесили, молодой человек? Зависть, так сказать, молодого поколения, профессор. Эх, молодой человек, на ваш век дела хватит. Сколько еще у вас лет впереди? Пятилетие. Да ты ли это? Никитин? Василий Федорович? Здравствуй. Здорово! Дай поглядеть, чем ты стал. Да. Явление обычное. Человек вырос. Если не ошибаюсь, майор пограничных войск. Василий Федорович. Предъяви глаза. Взгляд твердый. Улыбка экономная. Василий Федорович. Разрешите здесь? Так. Серебро завелось. 84-я проба. Все в норме. Ничего лишнего. Постой, постой, профессор. Ты лучше погляди сюда. Узнаешь? Ну? А кто это позволит спросить? Рано. Как? Рано? Угу. Не может быть. Какая девица. Корниенко воспитал. Ты ж вот такая была. Постой, постой, как мы тебя звали? Воробушек. Воробушек. Ну какой же ты воробушек?
дай-ка на тебя поглядеть. Тут явление обычное. Вырос человек. Покажи глаза. Красивые. Один лучше другого. Ну, теперь берегись. Да что вы, Василий Федорович? Целовать буду. Смотри. Салам, друзья! Рогов. Кавалерист Рогов верхом на велосипеде. Салам! Никитин! Ах, какая досада! Опоздал в аэропорт тебя встретить. Здорово, командир. Рано! Здравствуйте. Отдай! Здорово. Видал? Выросла. А как поет? Постой, постой. Минутку. Пожалуйте сюда. Попробуй. Хорошо. Значит, выросли. А как же? Здесь, в песках. Угу. А спор наш помнишь? Что-то припоминаю. Он все-таки припоминает. Значит, ты проиграл? А ну, лезь на дерево. Ну-ну. Отдай его. Есть таджикская поговорка. Марс Азройгут. Март Асуханигут на мегатат. Тигр не отступает от своей тропы, а чигит от своего слова. Придется лезть, Григорий Иванович. Придется лезть, товарищ. Придется. А ну-ка, тигр на свою тропу. Ребята, почему это сами? Да просто ребята. Мы пришли. Он Шахричан. Теперь ты вернешься назад. Передашь своему Хармсу. И скажешь господину полковнику. За нами, наверное, следят. Мне не перейти обратно через границу. Трус умирает задолго до своей смерти. Вы говорили, что здесь есть люди, которые помогут нашему делу. Но где же они? Ты забываешь, с кем говоришь. Передашь Саиба Хармсу, что Шерхан рассчитывает при помощи старых друзей устроиться на плотине. Запомни. Плотина. Да. Прощай.
если меня поймают? Если тебя поймают, ты никого и ничего не знаешь. Садись. Стой. Возьми себе. Но будь осторожен. Поручаю вас Богу, господин Шерхан. Пока парвардигаро джаробы Шерхан ропару. Прощай. Участник боев при Шахричанке. К нам на праздник? Да. Очень приятно, товарищ. Очень приятно. Запомните, пожалуйста. Гульна, Инджеля. Приготовьте комнату 8 для товарища. Have not we met him before? It seems to me we have met him in Boston. Excuse me, sir. Have not I had the honor to have met you in Boston? Не понимаю. Господин Ибн Абдулла, доктор сельскохозяйственных наук, специально прибыл к нам на праздник. Господин профессор спрашивает, не имел ли он чести встречаться с вами в Багдаде? Я в Багдаде никогда не был. Передайте господину профессору, что он ошибся. Но профессор, it is must be your mistake. He has never been in Baghdad. I beg your pardon. Профессор извиняется. Заводом командую. Поставляю коней для Красной Армии. И коней, смею вас уверить, уважаемый профессор, неплохих.
Это уж надеюсь. А знаешь, какие клички даются моим коням? Ветер, буря, гром, молния, удар, напор, штурм, взрыв, гроза, лава, атака, граната! Постой, постой, постой. Совсем забросал меня гранат. Ну, кажется, все в порядке. Пошли. Пулевая? Что? Рана-то пулевая. А, да. Это давно. Здесь, в песках Шахричанга получил. Где, интересно, теперь Даня? Я здесь. Даня! Камиль! Дорогой! Откуда? А ну, который тут Даньяр? Я Даньяр? Ой, как постарел! Есть немного. А вес все тот же. Даньяр! Ах ты, черт! 10 лет о тебе ни слуха, ни духа. Где ты пропадал? Вот именно пропадал. Хвастаться нечем. Жил плохо. Ну, все автобиографии после ужина. Ты, дружище, не видел еще самого главного. Ну-ка, пойдем-ка. Пойдем, Атаев. Товарищ майор, так я в машину. Возите. Вот. Кто это, по-твоему? А ты его узнаешь? Мне кажется, я где-то видела вас. Нет, я вас не знаю. Помнишь, бой при Шахричанге? Маленькая за тобой бегала. Гильзу собирала. А ну! Даньяр? Ну вот, почти все и собрались. Только Корниенко не хватает. Корниенко приедет ровно в 11. А ты откуда знаешь воробушек? Буду в Шахричанге 24-го в 11 часов. Рейсовым самолетом. Товарищи, закатим дружеской той. Даньяр, как бывший пастух, выбирает барашка. А та его назначаю шеф-поваром. Есть. Рогов. У нас в колхозе есть маленькая дынька. Слетаю за ней. Корниенко их любит. Да, ребята просили сказать, что хотят встретить Корниенко с почетом. Ну-с! Отряд бою! Вы уже собрались. Ну, идите тихонько. Я вас догоню. Только надену купальный костюм. Ну, догоняйте.
Случайно встретил тебя. А я иду на озеро. Пойдем, провожу. Покатаемся. А как же моя спутница? Скоро вернемся. Маленькой.
Шави, Чакон Шави, Курдон Шави. Ты была страшной. Шахричанский бой. Помнишь? Как странно. Здесь, где мы плывем, была пустыня. Песок. Был бой. Умирали люди. Значит, раненого басмача помнишь? Смутно помню. Нет, не помню. Становится сыро. Вернемся? Ну что ж, вернемся. Красивая плотина. Красивая. Беречь надо. Наверное, хорошо охраняют. Да, хорошо. А ты там не была? Нет. Наши. Замечательная плотина, Василий Федорович. Да. Говорят, орошает 100 тысяч. Да говорят. Видно, много поработали. Никитинской работы. Здесь каплю в море. Разложил на столе синюю кальку. Нанес на нее сотню другую линий. Вот и весь путь. Одно удовольствие. А теперь отдыхать? Отдыхать? Да. Нет. Перекочевываю на Памир. Зачем? Пошли, товарищи. Пошли. Зачем? Разложу на столе синюю кальку. И опять. Здесь будет проспект. Там вот стадион. А где будет новый театр, Василий Федорович? А вон строится новое здание с куполом. Это театр. Красиво. А как же? Значит, поиграем? Да уж без вас не обойдется. Завидую вам, друзья. По-настоящему живете. А что ты делал эти годы, Даня? Жил скучно. Был кустарем. Делал муштуки. Портсигары, на скоту. Твоя работа? Да. Красиво. Нравится тебе? Ну, возьми, на память. Спасибо. Вот и получил. Да-да.
чем бы ты хотел заняться? Я человек военный. Мог бы служить на охране квартиры. Чего? Ну что ж. Подумаем. Спасибо. Строим, Даня. Строим. И жить. Обязательно жить. Дужина, дужина. Мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста. Ну, я слушаю. Может быть, мне кажется, какой-то странный Данир. Чего ты думаешь? Сегодня, когда катались на лодке, он спрашивал о каком-то раненом пассаже, вспоминал о шахричанском бое. Вполне естественно. Вспомнил прошлое. Нет, что-то не то. Он чего-то боится. Чего же ему бояться? Не знаю. Да, и очень интересовался плотиной. Плотиной? Может быть, мне показалось? Может быть. Ну, я пошла. Ладно. Может быть, господин профессор будет настолько любезен, что разрешит маленькое сомнение. Один из моих друзей уверяет, что это на скаду местной работы. А вот мне кажется, что узбекская. Позвольте, профессор, писал из Болтада. Я предавид из квартиры. This is the schedule is a sample of local production, but he thinks it was made in Uzbekistan. I am of Sow. I am not an expert on so interesting subject. But anyhow, it seems that this sort of pumpkin is typical for Kuhistan. And as far as I know, does not grow neither in Uzbekistan nor in Tajikistan. Господин профессор выражает сожаление, что не является знатоком по интересному вопросу, затронутыми вами. Однако господин профессор указывает, что род тыквы, из которой сделан Даскаду, характерен для южных районов Кухистана. И насколько ему известно, не растет ни в Узбекистане, ни в Таджикистане. Кухистана? Да. Благодарю. Спишь? Сплю. Чудесный сон показывает. Потом досмотришь. Есть потом досмотреть. Иди в комнату номер 8.
смотри. Здесь остановиться, большой пограничный начальник. Ожидается приезд бывшего комиссара отряда товарища Корниенко. Корниенко. Что такое? Убит? Корниенко убит? Спрашивает на кухне какой-то человек. Пусть придет сюда. Он не хочет. Бой был жаркий. Кончилось тем, что прища хричан. Мы разбили басмачей в дребезги. Да, тепло было. Вам не приходилось сталкиваться с самим Шерханом? Ни разу. Это неуловимый человек. Самый обыкновенный бандит. А неуловимость его оплачена иностранным золотом. Я читал, не помню где, в какой-то иностранной газете, что Шерхан
находится теперь в Багдаде. Наверное, работает в какой-нибудь иностранной разведке. Что ему еще делать? Ну до чего чудесный сон показывали. Как будто это не машина, а самолет. Приборы это передо мной, штурвал, ручка. Я ручку на себя. Раз, самолет у меня. Кухистана? Да. Ну, рассказывай. Что мне говорить начальник? Я темный, несчастный человек. Долгий год я бродил по чужой земле. Я пришел сдаться, начальник. Почему ты ушел в Кухистан? Мне силой был Курбаши. Какой Курбаши? Курбаши Шерхан. А где теперь Шерхан? Я не знаю, начальник. Впрочем, это не важно. Кому нужен теперь Шерхан? Наелся? Пей. С кем ты перешел границу? Почему ты боишься отсюда выходить?
ладно. Хочешь? Узнаешь? Нет. Говори правду. Чья это на скаду? Это на скаду начальник. Я не знаю. Ну как плов, Атаев? Случайно его не знаешь? Его? Первый раз вижу. Лов хороший, Даньяр. Правда? И ты его первый раз видишь? Я никого и ничего не знаю. Товарищ майор. Слушаю. Позавчера двое перешли границу. Мы проследили. Один из них здесь. Знаю. В черной челме и пестром халате? Да. А вот что было где другой? В серой челме и в коричневом халате. В коричневом халате? Пока не тревожьте. Может, и второй тоже здесь. А сейчас идите. Есть. Извините, нет ли у вас спички? Мерсиди. Так вот я ручку-то на себя. Самолет у меня. Лечу. Весь мир подо мной. Ну как вот на ладошке. Москва. Домишки маленькие, вот такие вот. И вдруг... И вдруг... Я смотрю... По улице Горького бежит моя Наташка. Я в пике. Извините, пожалуйста. Дайте еще раз спичечку. Наверное, Наташка скучает. Осторожнее штык-то подбери. Мерсиди. Да. Ну, я, значит, в пике. Зря... Очень сон интересный.
Почему? Разрешите. Холостыми стрелял, дружок. Помнила. Раненый басмач назвал его Шерхан. Курбаши Шерхан, ты убил Корненко. Я спас тебе жизнь, Батай. Курбаши Шерхан, почему ты убил Корненко? Да, я убил Корненко. Я убил ее потому, что он выяснил, Курбаши Шерхан, офицер иностранной разведки и красноармеец Даньяр одно и то же лицо. Жаль, что ты оказался хитрее меня, Тайф. Еще бы несколько дней, и твоя плотина, Никитин, слетела бы на воздух, и ваш цветущий город превратился бы снова в пустыню, а тебя, Вольмер! Длинные речи имеют короткий смысл.
И как бы ни старался проникнуть к нам враг под видом друга или под видом кровного брата, это ему не удастся. Враги ответят перед народом за смерть товарища Корниенко. Мы смело глядим завтрашний день. Если завтра будет бой, друзья, подлинные друзья встретятся снова, плечом к плечу, с оружием в руках, и в этом бою снова победит наша дружба, великая дружба народов. Товарищи, вот, товарищи, обыкновенное яблоко, себи-сурх, как называют его у нас здесь, в Таджикистане. Я пью за него. Простой плод. Но сколько упорнейшего труда вложено в его рождение, сколько воображений, надежд, радости и даже человеческих жизней. В пустыне, товарищи, выросло яблоко. В пустыне вырос хлопок. Эта пушинка, товарищи, тяжелее золота. Она нужна нам для мирной жизни. Но если понадобится, то и для защиты этой мирной жизни. Я пью за плоды побежденной большевиками пустыни. Я пью за счастье и дружбу народов. Yeah.